хмура, часовые родины стоят, у высоких берегов Амура, часовые родины стоят, там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен, у границ земли дальневосточной. Ударный батальон у границ земли дальневосточной. Броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порука, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых танка, ваш машины боевой. Три танкиста, три веселых танка, машины боевой. Бегла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной. Боевой ударный батальон, по родной земле дальневосточной. Броневой ударный батальон, все танки ветер поднимая. Так, сбилась. Ничего, так. Давай. Вижу, за тобой стоят три танкиста. Выступала. Выступала. Наступала. Помогай, Гриша. Грозная броня. И летели на зем самураи. Строем грязи и огня. И летели на зем самураи. Топором стали огня. Машины боевой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Ура! Сегодня шла девочка просто из школы, да? Я выхожу из мира. Вот это у нас фотография. И она стоит и поет эту песню. Понимаете? Вот так. То есть это помимо того, что человек может с одной стороны перейти дороги, да, посмотреть, а можно просто встать и что-то делать еще. Так. Вот, девчонки, не решено.